Ну, здесь оно страшнее. Там оно попроще. Там, где низовой, там стоят зеленые ветки. А верховой наоборот. Все сверху погорело. А тут вот полностью, от низу до верху. Ни хера ничего не осталось. Здравствуйте! А? А погорельцы тут где живут? Вы что, отсюда копируете, да? Да, жуть, конечно. А у вас тут дом сгорел, нам скажи. Правда, сгорел. Ой, по вышке! Лекарства! Такие смешные. Мам, стаканчиков чуть-чуть. Это обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Я вот так... Еще ему, пожалуйста, жену. Я... признательно. Очень. Расскажу рассказ потешный, как женился я сердешный. А... Да, я вас ждал. Да, песня поет. Про любовь? Про любовь тоже, да. Так вот они, как я любить не видеть. Чуть не летит к ним курица и кудахчет. Вон он один. Кто? Тетерев. Ну так все хорошо, правда. Ты приехал, это радость для нас. Вот откуда видится. Вот откуда наша красота. Для вручения ключа от нового дома. А ты откуда узнал, что приехал? Есть сертификата. Алексей Павлович Валышкин. Мы приглашаем вас для получения ключа и сертификата. Я свой строить буду все равно там, на своем. Где у меня фазенды? Я там строить буду. Вот лес мне дадут с вашей с Божьей помощью. Одному не справиться, обязательно надо вдвоем. И попадают-то вдвоем все одни девки. Как же тебя завтра работать заставят? Живем в крепости. Я тебе помогаю, Лёшка. Тебе не мешай. А я думал, достанешься. Дела бы осталось. Чё же? Ездит, остаться не может. Вот, вот за что я тебя люблю. Вам кого нужно? Алексея. Да? А зачем он вам нужен? Голову-то хоть одень, твою мать. Просто у нас все девки болеют. У него все хорошо. Что вам еще нужно? Я жена. А птичка-то поют еще. К зиме. Зима идет, зиме начало. Пошли домой. Пойдем. Смех, и слезы, и любовь. Все сразу. Курить тут нельзя.